свой мой самый любимый сорт пионов, пока я был. У него шикарные бордовые цветы, махровые, с очень приятным ароматом. Лепестки смотрят внутрь, желтым тычинком. Цветок держится примерно неделю, плюс-минус пару дней, в зависимости от погодных условий. Дождя он не боится. Вчера прошел ливень, но цветы смотрятся великолепно и никак не пострадали. У него очень приятный аромат. Диаметр цветочек до 15 сантиметров. Сам куст вырастает до 1,10 метра. Под тяжестью бутонов он разваливается, поэтому нужно подвязывать его. Подкармливаю я его 3 раза в год. Ранней весной, до цветения, в фазе бутонизации, и после цветения, чтобы дать силы корням. Семенные коробочки очень быстро завязываются, но их лучше обрывать, так как они забирают силы на развитие корня. Если срезать семенные коробочки, то все силы пойдут на вызревание цветочных почек, и в следующем году пион будет расти более пышно. С каждым годом махровость у него увеличивается. Но в любом случае желтые тычинки будут всегда